Сегодня наш разговор пойдет о картах Таро и об обучении гаданию на картах Таро. Потому что школы Таро, которые обучают гаданию, они, собственно, учат как? Они, вы заучиваете расклады, вы заучиваете значение карты, после этого должны уйти, так скажем, в свободное плавание, раскладывая что-то, проверяя, что у вас получается и так далее. Невозможно таким образом работать на картах Таро. Потому что каждая карта есть не что иное, как дверь в мир непознанного, что для вас становится познанным после того, как вы в эту дверь входите. Нет у этой карты каких-то фиксированных значений, ни у какой карты. Поэтому это первая ошибка, которую допускают все школы Таро. Вторая ошибка, которую допускают школы Таро, это учение, изучение, запоминание фиксированных, известных всем раскладов. Тоже ошибка, потому что нужно знать лишь структуру, как правильно составлять расклады, и все остальное вы будете делать сами. Следующий момент – медитации на карты Таро. Ну, вы можете без школ помедитировать дома, я думаю. Да? Следующий момент, что, значит, колод огромное количество, просто огромное количество, и они все разные, они по-разному общаются, по-разному дают информацию. И поэтому, конечно же, вы не остановитесь на какой-то одной колоде, вы будете все время разные школы Таро ходить и изучать отдельно взятую каждую колоду. Но я думаю, это глупость, правда? И следующий момент, это то, что в классической колоде Таро Уэйта, там, значит, есть такой момент, считается, что жезлы – это огонь. Но дело в том, что там нарисовано живое дерево, а живое дерево не горит. Поэтому это, конечно же, стихия энергии, точнее говорить, если дерево. Я как автор, единственный в мире полной колоды Таро, 111 карт, могу сказать, что все эти колоды, которые вы смотрите, каждый по-своему интересный. Безусловно, у них тоже есть энергии и так далее. И я сама пользуюсь многими колодами Таро. У меня их огромное количество, более 100. Кстати, намек моим клиентам и ученикам, когда думают, что мне подарить, то Таро, оракулы, это всегда будет к месту. Вот, у меня их огромное количество, и в разных случаях я использую разные колоды для ритуалов в том числе. Кстати говоря, касаемо школ Таро, то здесь стоит отметить, что, конечно же, там вас не будут обучать ритуалам на Таро. Где-то могут быть, конечно, какие-то семечки от этой темы, потому что есть люди, которые обучались у меня Таро, а сейчас считают себя потомственными, великими магуями, которые всех обучают гадать и магичить на картах Таро. Ну, я думаю, что первоисточник никто не отменял. Итак, касаемо обучения на картах Таро. Вот перед вами колода, 111 карт Таро с веточкой полыни. Видите, одна карта лежала так, другая так, значит, в раскладе она будет перевернутая. Но перевернутая карта не читается, потому что карта – это всегда картина, изображение, картина. И, соответственно, если вы ее перевернете, она нечитабельная. Как мы не рассматриваем картину в перевернутом виде, мы смотрим на нее всегда в прямом виде, чтобы было понятно, о чем речь. Поэтому карты всегда, если вдруг выпали перевернутые, всегда ставим в позицию ровную. А магические же школы вам будут говорить значения, в том числе вы будете учить и перевернутые колоды карт. Кто там обучает вас Таро? Кстати, еще там, знаете, есть такие темы, Таро на дереве, Сефирот и так далее. В общем, эту дурь оставьте тем, кто хочет играться с Таро. Вы же, если хотите заниматься Таро правильно, то есть не просто вскрывать какие-то ситуационные моменты на картах, и даже иногда неправильно трактуя, вызывать себе какие-то неприятности, потому что если вы открыли негатив, он неминуемо случится. Ну и уметь менять события и фиксировать какие-либо события с помощью карт Таро, а также делать расстановки. Этому обучаю я. Это все мои наработки. У меня огромное количество карт мною разработанных, но вот как-то касаемо Таро, вот эта вот именно колода себя очень зарекомендовала. А так карт, конечно же, у меня много. Я имею в виду моих, которые изданы, да, сделаны по моим, так скажем, ощущениям, пониманиям мира. Вот, например, мы делаем расклад, обычный классический расклад на три карты. Для этого большого ума не надо. И спрашиваем. Ну, давайте подумаем о ком-нибудь, да, чтобы это было не, так скажем, не пустой какой-то расклад на три карты. Ну, вот я сейчас думаю о человеке, я его загадала, не обязательно слух говорить, как у него дела.
Вот видите, перевернутое я ставлю в ровное значение. Такой, знаете, немножко абстрактный, конечно, вопрос, как дела у человека, тоже ставлю в ровное значение. Но, тем не менее, смотрите, как у человека дела. Как мы будем это трактовать? Вот здесь, кстати, появляется стихия ветра, которой нет в классической колоде, и там ветром считаются мечи. А мечи – это сила металла, это совсем другая история. Вот смотрим, девятка воды, сидят люди, пьют чай. Видите, они сидят, пьют чай. На вопрос, как дела у человека, значит, человек находится, где много людей, да, то есть он не один находится, он находится в кругу каких-то знакомых. Следующая карта это подтверждает, в кругу каких-то знакомых он находится, но потом он будет от них уезжать. То есть, соответственно, человек находится в кругу знакомых и готовится уже к отъезду, ему надо будет от них уезжать. Вот как у него сейчас на сегодняшний день обстоят дела у этого человека. Теперь я могу спросить про энергетическое состояние этого человека, то есть есть ли на нем порча. Смотрим. По первой карте мы можем говорить о том, что речь идет вот по этой карте не о порче, а о карме. То есть на человека настигло наказание за его деяние. Вот оно настигло наказание за его деяние. По пажу древа. Вспомним, что мы спрашивали именно про что? Именно энергетическая составляющая, если на нем негативный квит программы. Подтачивание палки говорит о том, что однозначно программа есть. Ну и дальше. Король воды говорит о том, что в данном случае мы смотрим женщину, поэтому это не может быть бланкой, да, этого человека. Это, соответственно, человек рядом с ней. Человек рядом с ней находится, ну, так скажем, склонен к каким-то ненормальным поступкам психическим, да, король воды – это психически неуравновешенный человек, также склонен к алкоголизму. Но причина того, что рядом с ней этот человек – вот эти две карты. Собственно, порча, которая на ней есть, она ее подтачивает, и карма, что она отвечает за свои поступки. Вот всего лишь по трем картам мы смогли уже немножечко приоткрыть завесу того, что происходит с человеком. Карты говорят и на духовные вопросы, не только на такие бытовые, как мы сейчас с вами смотрели, но и на духовные тоже. Этому нужно учиться, потому что с помощью карт вы сможете раскрывать иные миры, то есть общаться даже с иными мирами, пока вы еще не развили ясновидение, но через карты она тоже очень хорошо развивается. Вы сможете общаться с теми существами, с теми, так скажем, ну, существа, как не сказать, божественные уровни через карты. Пока не видите, вы будете материализовывать эти ответы в картах и, собственно, понимать, что вам говорят. Ну что ж, увидимся, приходите заниматься.